Сегодня в России памятная дата – день окончания Второй мировой войны. По традиции в Ленинском городском округе проходит возложение цветов к вечному огню на Аллее Славы города Видное. Ветераны, дети войны и общественные деятели ранним утром 3 сентября пришли к этому знаковому месту, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы войны. Чем больше мы об этом помним, тем больше поводов у нас встречаться, это обсуждать, тем лучше и безопаснее наше будет будущее. Потому что мы видим, что происходит в странах Восточной Европы, где еще недавно мы освобождали, а сегодня мы уже, видите, враги целых государств. Поэтому я считаю, что таких поводов должно быть как можно больше. Такие мероприятия сегодня проходят по всей Московской области. С этого года День воинской славы отмечается не 2-го, как раньше, а именно 3 сентября. Это дата, когда указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена победа над Японией, когда-то соратницей фашистской Германии. Советский Союз выполнил все обязательства, которые он брал перед своими союзниками. Разгромил фашистскую Германию. 9 мая мы отметили 75-летие, юбилей нашей великой победы. И через 3 месяца, как и было договорено, он вступил в войну с Японией, объявив это все официально, и 2 сентября эта операция, можно сказать, победоносно была завершена. Вторая мировая война считается самой крупной и кровопролитной войной за всю историю человечества. Она продолжалась 6 лет. Подобные мероприятия призваны сохранять память о тех событиях.